Проезд медицинский, как сами называют местные жители, это улица пенсионеров. Практически все проживают здесь с 50-х годов прошлого столетия. Тогда же организовали кооператив и положили трубу. За 60 лет этот водовод полностью исчерпал свой ресурс, и жители просто остались без воды. За помощью пенсионеры обратились в администрацию города. Люди мучаются, труба уже вся полностью, 100% износ, забитая, давление плохое. Начали поступать жалобы. И наш руководитель водоканала совместно с администрацией, совместно с жителями приняли решение сделать замену водопроводной трубы на больший диаметр. Буквально за пару дней этот вопрос был решен. Теперь по переулку проложена новая пластиковая труба диаметром 110 мм, которая обеспечит бесперебойной подачей воды всех проживающих здесь людей. Хотелось правильно поблагодарить Бузунову, которая направила нас, как надо делать. Какая нам начальник, директор Царевский, который водоканала. Молодец. Но самое главное, ребят, которые прокладывали, было сделано за двое суток все. Мы теперь будем с хорошей водой, как у всех остальных. Как мы мучились невыносимо. Спасибо большое Анжелике Бузуновой. Какая она молодец, как она нас приняла, как она с нами разговаривала, как она с Царевским разговаривала. Какой Царевский молодец. Проложили чудесно. 3 дня и все сделали. За 3 дня. Вот все. Так что мы очень довольны, благодарны, что ты. Ребята серьезные. Вот, мы довольны. Так что, что вы, теперь и наши дети будут с водой. Сейчас решается вопрос о подключении домовладений к новому водоводу. Все расходы и материалы водоканал берет на себя. И, как заверяют в организации, работы будут завершены в самое ближайшее время.